как приложение работает в Vue. Сейчас я вам покажу. Сейчас он откроется. Все открылось. Так. Вот есть сообщение. Новости. Есть тут друзья, профиль. Настройки тут есть. Так, вот есть поиск. Ну, давайте кого-нибудь найдем. Да. Ничего нету. Ну, приложение работает. Это радует. Ну, вот можно создать тут группу. Чего не нажимаешься? Давайте я создам группу. Вот. Выбрать фото из галереи. Так. Ну, вот такую картинку. Нет, я что-то не так сделал. Нет, что-то не так сделал. Нет. Ладно, давайте я вот так по-другому сделаю. Так по-другому сделаю. Вот так. Ну вот я создал группу. Ну, приложение все-таки работает.